И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, мой сын Ярик и Хамелеон, и сегодня мы играем в Гаррис Мод на карте Бикини Боттом. Будем играть в прятки. Ребята, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Давайте я возьму аниматроника. Буду сразу убивать их моментально. Смертельный удар. Я буду чикой. Скажите, когда запрячетесь, я буду вас мочить. Конька, есть кнопка 4. А зачем? Ну, потому что, чтобы у нас были шансы выжить, а то не так. Не будет у вас шанса выжить. Аниматроники не дают никаких шансов. Только смерть. Ну, что? Давай. Ярик, ты запрятался? Да. Все. Смерть идет по вашей душе. Где вы? Где вы? Глючат эти бочки вонючие. Я вас съем, бочки. Так. Кто у нас тут, очки? Спускаемся. Я, в принципе, могу дать подсказку. Не-не-не, не надо. Как раз ребятам карту покажу. Карта классная. Конечно, она небольшая, но она веселая. Мы любим все, что веселое. Я найду. Чика, она агрессивна, она всех находит. Ярик, а что ты там летал? Так, здесь нету. Яри. То, иди сюда, я тебя догоню. Я реально испугался. Так, а где ты? Негодяй. Это охота на Дэдпула. Я испугался очень. Ты не ожидал, да? Я поспешил, надо было ближе подойти и прям гов тебе со спины. А где же вы? Цыплятки. Ярик, что ты сделал? Убери ту фигню. Ну, карта запутанная. Я заблудился. В трёх соснах. Папа, ты меня нашел? Нет. Я не могу вас найти. Карта манюсенькая, не могу вас найти. Я хотел карту вот больше, думаю. Сейчас. Откуда эти взрывы? Я их слышу, но они по всей карте раздаются. Ну я возле Красти Крабса сижу, я видел тебя, пап. Точнее, как хамелеон убегает. Ты так буду вас неделю ловить, друзья. Подвинься. А где вы? Ну я чувствую, что вы где-то рядом. Я буду просто жать, чтобы убить хоть кого-то. Так, Ярика я убил. Иди сюда. Есть. Вот. Все. У меня нычка высший класс. Ярик, я запрятался. А ты, хамелеон, запрятался? Да я не знаю, куда прятаться. Вот, а теперь сюда. Все отлично. Все? Ярик, мы запрятались, хамелеон? Все? Я запрятался, все, давай, Ярик, ищи нас. Окей. Так. Вы говорили что-то про ящики сейчас. Классная нычка. Я его слышу, он где-то бегает здесь. А! Боже, я обосрался. Здрасте. А как ты нас убил так быстро? Все, я не играю, я уже боюсь тебя. Я буду смотреть, как вы гоняетесь. Вообще быстро. Ребята, если вы кушаете и пьете, приятного аппетита. Чуть не забыл пожелать. О, кошмарный Фокси. Все, он, короче, Ярик, стоит на готове. Так, прячемся. Он-то стоит на готове, я тоже на готове. Я еще не готовый, подождите. Хотя я не тоже спешите, не подождите, готовый. А сюда можно? О. Все, я запрятался. Ярик, ты запрятался? Да. Ищи нас полностью. Я иду искать. Хоть бы не нашел здесь. Нычка примитивная. Меня можно найти, но очень тяжело. Да ладно, Ярик, тебя он первого найдет. Но ты когда так говоришь, время, тебя первого находят. Она рядом с хамелеоном. Все,
Я уже знаю твои прикольчики все. Я даже не буду высовываться. На везение, знаешь, как типа на дурака. Пройдешь, не пройдешь здесь. Ну ты перед тем, как его этот убивать, ты хотя бы там поори, как динозавры, понял? Чтоб хотя бы среагировать как-то. А то вы сразу убиваете резко, у меня так сжимается где-то. Где-то. Ищи ты. Я слышу, кстати, ты ходишь рядышком. А меня, по-моему, хамелеон не слышит. Вообще. Он нас не найдет. Ярик. Скорее всего, я у тебя просто игрок-то был. Нет. Нет, у него все четко было. Да, хамелеон, ты ж по-честному играешь? Да. А может ты какую-то подсказку, да? Ребята, у нас сейчас будет бой насмерть. Три аниматроника, и кто-то один останется победителем. Вы готовы? Да. Раз, два, три. Все, начинаем. Вот это они там кричат. Я валю. Я не хочу с ними драться. Пусть кто-то из них убьет, а я убью победителя. О, хамелеон Ярика убил. Ну чё, хамелеоша, иди сюда. Я просто завис, у меня здесь только завис. Меня еще никто не мог так убить просто. И не таких убивали. Ты чё такой дерзкий? Сколько жизни? Дай, блин. Есть. Куда вы все убежали? Я разбежался. Я хочу побегать. Опа, мимо. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ой, мимо. Ла-ла-ла-ла-ла. Это прикольно. Когда ты знаешь, что тебя с одного удара вырубят просто нокаут. Убью, 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 убью. Ну я хочу выжить. Ты чё такой неубиваемый, что ли? Есть. Победитель сильнейший. О! Оп. Ты чё тут крыльями машешь? Маленький скин, так нечестно. У тебя тоже маленький скин. Я не попадаю по тебе. Я буду так просто... 13 хп! Ты зарезала меня, как какую-то белку желтую. Давайте, кто из вас живой останется. Понаблюдаем. А я спрятался. Вы тут? Все такие маленькие. Давай, зайчишка, ты верь. Я верю в тебя. Ну, блин. А че у меня такой персонаж? Да давай мочи его, Ярик. Ты же Бенди, ты, надо было его чернилами в глаза плеснуть честно, ему. Просто... Выбирай, Ярик, оружие, с каким будем воевать. Это что ты нам дал? Самая первая палочка. А-а-а. Стой. А что у меня палочка одного игрока, и у вас нет обычной палочки? Подожди, а как переключать здесь огонь? А тут только одна магия. Ну все, давайте. Бой на волшебных палках. Я побежал, пока. На, подстрелил. Дайтесь выучу, я так, 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 сейчас я река подстрелю. Ай, рядом. Прям ботинок мне зашкварил. Тихо, тихо, тихо. Хамелеошка. Молодец. Все-таки я думал, ты не попадешь. Так, я ухожу, не мешаю. Так, Ярик бежит, убегает. Молния рядышком его чуть не пронзила. Прячется за бочки. Но хамелеон на него наступает. Зайчик убегает. Бенди сидит, сидит. Сидит. На! Вот это было красиво, Ярик. Ярик у нас победитель по волшебным палкам. Поэтому он это оружие и выбрал. Все сходится. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!